А в России сегодня попытались защитить права сексуальных меньшинств. У здания Государственной Думы прошла акция «День поцелуев», организованная противниками закона о запрете пропаганды гомосексуализма. Однако российские законодатели «Гласа народа» глухи, и подобные, как их называют средства массовой информации, гомофобские законы, как правило, принимаются почти без возражений. Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних успешно прошел первое чтение. За его принятие проголосовали 388 депутатов, против высказался только один, и еще один воздержался. Партия ЛДПР Владимира Жириновского в голосовании не участвовала, заявив, что само обсуждение вопроса является пропагандой гомосексуализма. Документ предполагает штраф граждан до 5000 рублей. Юридические лица заплатят в 100 раз больше, до 500 000 рублей. Это более $16 000. Подобный закон уже действует в Санкт-Петербурге и ряде других регионов России. Между тем, за стенами Думы во время голосования прошли задержания противников принятия закона. Сообщается об аресте 20 человек.